и рот уходит. И человек оставляет на земле следы своих деяний. Молча копит земля в себе дела рук и духа людей, возвращая их потомкам через годы и века. Благословением или проклятием возвращает земля. И воздастся ему по делам его. И внимательному чистому взгляду вдруг открывается связь былого и настоящего, и грезятся дороги будущего. Взгляд, перед которым обнажены ложь и правда. Много раньше, когда города еще не было, морем пришло сюда кельтское племя кимбров. И вели их братья Видевуд с Брутеном. Так гласит легенда. С миром принял беглецов народ, что жил здесь прежде. И стали они называться прусы. И Видевуд был избран вождем, а брат его первым жрецом, Криви Кривайтисом. И 50 криви сменились, прежде чем обратились прусы к Христу. Так рассказывает легенда. Благословен был край. 7 столетий жила земля в мире. 7 веков шумело время в дубах священной рощи на горе Твангсте, будто накапливая энергию жизни грядущей. С огнем и мечом пришел сюда Тевтонский орден, неся с собой слово Христово. Благое дело света и веры, требующее терпимости, милосердия и жертвы, осквернилось насилием и местью. Сам папа Иннокентий IV благословил крестовый поход чешского короля Пшемысла Таккара, который сломил сопротивление язычников. Здесь, на месте священной рощи Твангсте, поросшей дубами и вязами, унизив богов языческих, заложил Ат-Такар военную крепость – Крулевец. Выстроенная уже тевтонами, получила крепость и замок в ней, известное до ныне название – Кёнигсберг, Королевская гора. 300 лет под сенью меча одухотворялось насилие и сеялась вражда, и копилась ненависть. Выросшие в тени замка поселения слились со временем в единый город – Кёнигсберг. И вся история его складывалась из этих двух начал – насилия и терпения, разрушения и созидания. 3 века главенствовал меч. 300 лет властвовал орден над Пруссией.
Но свет книги, вспыхнувший в Европе энергией возрождения, пробился сквозь тяжелые стены крепости. Герцог Альбрехт Бранденбургский стал первым магистром ордена, который вложил меч в ножны. Подаренная им городу серебряная библиотека с двумя десятками огромных фолиантов, закованных в драгоценные оклады чеканного серебра, поражала воображение. Она вместе с легендарной янтарной комнатой и другими исчезнувшими шедеврами искусства приобрели какое-то мистическое звучание для Кёнигсберга. Это мудрым решением Альбрехта был открыт университет Альбертина, а город привлек к себе известных ученых и мыслителей Европы. Где сейчас многие сокровища города? На другом континенте? В экспозиции какого-нибудь маньяка-коллекционера? Или они задыхаются в подземельях Европы? А может быть, город укрыл их от человеческих вожделений в бесконечных тоннелях подземного Кёнигсберга? В каких-нибудь 3 метрах под мостовой. Недра Кёнигсберга приняли не одно жертвоприношение. И кто знает, когда городские куранты пробьют час, и двери в эти подземелья откроются. Сколько тайн, сколько открытий хранит подземный город, протяженность которого десятки километров. Мы не всегда отдаем себе отчет, насколько взаимосвязана судьба людей и стран с деяниями рук наших, помыслами нашими. Как рассказывает легенда, один из потомков Видевута, спасаясь от крестоносцев, бежал в дружину Александра Невского. От него, прозванного русичами Иваном Кобылой, и произошел род дома Романовых с величайшим из царей России Петром. По другой легенде, через прусса по имени Ропша гениальный Пушкин ведет свой род с этой земли, из Пруссии. Воистину неисповедимы пути Господни. Не таит ли сама земля у священной горы силу великого духа человеческого, силу родства и созидания? Реформы Альбрехта, рожденная им Альбертина, создали городу славу одного из культурных центров Европы. С городом отныне связаны имена литераторов Гердера и Гиппеля, таинственного Гофмана, художников Кранаха, Старшего и Ловиса Корринта,
литовского просветителя и поэта Данилайтиса, композитора Николаи, астронома Бесселя, физика Киркгофа и многих других. Этот венок золотого века города высвечивает светом уже космическим имя Иммануила Канта. Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, как к цели, и никогда не относился бы к нему, как к средству. На таком духовном посыле Канта может быть выстроен принцип будущего человечества. Sein Auge glüht, sie wirbeln wie toll von dannen. So tanzen sie, bis die Nacht sich verzieht. Erstaunt, dass schon Stunden verrannen. Dort wartet Mama, rasch gibt mir die Hand. Dann als ich Тревожный звон колоколов многочисленных кирх и соборов не единожды на протяжении веков посылал городу голоса предупреждений. Чудское озеро и Грюнвальд. Вассальная зависимость от Польши и Семилетняя война, превратившая было Пруссию в российскую губернию. Наполеоновское нашествие и Тильзит. Но память, как она коротка. Уже послушно спрятан томик Канта. Уже гудение соборной меди и полковой рожок заставляет выкатить колесом грудь, а руку холодит эфес. А это уже век 20-й, где кровь сродни водице. И грех насилия кажется всеобщим, а значит, лично неощутимым. Тень мифической волчицы Геры, как символа платы за грех, нависла над городом последним предупреждением. И вновь меченосный дух ордена отторгнул душу философа и поэта. Город открыл ворота к гауляйтеру Коху и войне. Замкнулся воинственный виток истории Пруссии. Страшное возмездие обрушилось на город.
два ковровых налета английской авиации в августе 44 года превратили в руины центральные районы. Через полгода штурм Красной Армии оставит после себя месиво разбитого кирпича, искореженного металла и безжизненных тел, покрытых красной пылью. Как колокол звучат пророческие слова Иммануила Канта о мире на гигантском кладбище. Род приходит, и род уходит. Начался исход из обжитого веками края. Спустя 700 лет обратным путем прихода Тевтонского ордена потекла река беженцев. Будь проклят, меч. Люди уходят, но земля остается. Первые переселенцы из разоренной Брянщины начали прибывать в город в августе 46-го. С этими людьми городу предстояло начинать другую жизнь. Настороженный и увечный, прятал он свои мифы и тайны под завалами камней, в сумрачные средневековые форты и подземные лабиринты. Огромная стройка шла по всей израненной стране. Восстанавливались Ленинград и Смоленск, Сталинград и Минск. И лишь здесь разбирали развалины, чтобы отсюда, со стен пока еще чужого города, отправлять эшелоны с кирпичом на Ригу и Курск, и тот же Ленинград. Здесь, у самого истока новой истории города, резко разделилось отношение к нему пришельцев. В одних навсегда вошла красота и смутная таинственность, проглядывающая сквозь завалы и пустые глазницы. Они приняли своеобразие и противоречивую историю города с памятью о его золотом веке и культуре. Они хотели понять город и найти ему продолжение в своем будущем. Другие хотели видеть совсем другой город, похожий на тысячи новостроек, ничем не связанных с враждебным прошлым. Пытаясь стереть саму память города, они обрекали себя и своих детей на движение по замкнутому кругу. В
Совсем мало осталось в городе нетронутых войной зданий. А вокзал остался целым, словно примеряя время и дороги. Его своды хранят память разлук и свиданий, шумных восторгов и встреч, горького исхода и надежды на новый приют, вечного и приходящего, истинного и ложного. Жизнь неумолимо берет свое. Уходит в море первая сельдяная экспедиция. Распахивается земля, обрабатывается, как истори янтарь. Руки просят работы, а душа — светлой цели. За много лет на борт научного судна «Витязь» поднимались Хейердал, Кусто, Сенкевич. Уже отслужив свое, стоит красавец «Витязь» почти в центре города, живым символом славы российского флота. Как и тысячи лет назад, приносят волны на берега таинственный янтарь. Плачет Юрата, дочь всесильного Перкуноса, по загубленной своей любви к рыбаку Каститису. И превращаются горячие слезы в драгоценные слитки, вобравшие в себя сны о несбывшейся любви, века надежды и ожидания. Быть может, потому и длится так долго драма янтаря, и так трудно открывается его тайна. Единственный урок истории состоит в том, что никто не извлекает из нее уроков. Соблазн насилия всегда так близок, всегда так рядом.
Шло время. Люди врастали корнями в город. Уже четвертое поколение новых граждан шагает по его обновленным улицам. Каким будет будущее города на Королевской горе? Может быть, ответ в их глазах, в их лицах? Это что же, туда идти? К сожалению, другого пути нет. Городские часы на башне Кафедрального собора после долгих лет немоты снова начали свой ход, отмеряя время на пороге нового тысячелетия, когда прошлое будет способно примириться с будущим, чтобы вместе, рука об руку, найти тот единственный путь, где вера и насилие закончат изнурительное противостояние, ставшее проклятием и драмой города. Умудренный и обновленный, вступает он не только в новое тысячелетие, но и в новую эру, эпоху Водолея. И стоит на этом пороге, всматриваясь в туманное будущее, и делает свой выбор. Выбор, который выразил словами его великий сын Иммануил Кант. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас.